Пойдем в туалет, пожалуйста. Не в смысле, что... Тебе что-то сменить надо. Да. Что-то стреляет. А, нет, это я себе шприц в руку воткнул. Да. О, какие классные дома. Вау. Можно что-нибудь с текстурами сделать, пожалуйста? Ну. Просто повезло. О, господи, это у меня соседи подвинули, я испугался. 8x. У тебя так соседи двигаются? Я тоже это просто услышал. Да, у меня так соседи двигаются. Чё-то как-то... Эти звуки новые. Я испугался. Прекрасно. Очень. Я тоже. Вафельный рожок. Ну, каламбур. Ёб твою мать. Бля, муха, это что сейчас? Это сейчас завернуло меня. Ты что, камень не видишь? Он огромный, он как... Меня завернуло, я говорю. Да, да, рассказывай. Просто... Не, тебе честно. Вы завернуло его. Аккуратнее, может, там на втором этаже парень сидит какой. Вот и он. Я его убил. Да. А вот пацан рядом с нами, пацан, слышишь? 265 в доме сейчас. В маленьком. Вот, видишь, вот это маленькое. Да-да-да, я вижу. Ты ему в этом пытаешься попасть? Я его чуть-чуть присяду. В окно? Он прям дверь открыта была. А. Так, я пацана посмотрю. Он там сидит и сидит, видимо. Он чекает, стоит. Там двое. Внутри около вот он. Дома справа. Дома справа, двое. Да ёб твою... А-а-а! Горит! Чё жалко там парни делать? Не, ну чё там делать столько можно? Ты за машиной не следишь? Слежу. А где? Не сладко ему должно. А, вот он едет дальше. Мне не нравится, что они сюда едут. Стреляй! Патроны. Убил. Он упал? Проехал. Он умер. Все. Я того же убил. Который в машине. Чуть-чуть в машину не выехал. Можно доехать до машины, которая там? Может, пацаны двое бегут сюда. Где? Вот, на 285. Понимаешь, если я сейчас сяду и поеду, мы сдохнем. Угу. Поэтому, я думаю, может, мы их пропустим? Или убьем. Если они будут в очень невыгодной позиции. Ну они прям по полю бегут, знаешь. Ну, у них не деревья. Ползут мотоциклу. По ним стреляют. Хороший вариант. Черт. Откуда-то стреляют, да? Слева стреляли, скорее всего. Садись. Просто моментально. У меня камера в одном положении застряла, алло. Я вижу тебя по шее. Алло, что происходит? Мне это не нравится. Мне кажется, я сейчас встану и буду на земле валяться. Ты куда едешь? Алло, я ничего не понимаю вообще. Вылазить или что? Не-не-не, рано. Блять. Ёб твою мать. Где? Убил. Где? Кто? Я убил уже. Сука. Пойдем в туалет, пожалуйста. Не в смысле, что... Тебе что-то сменить надо. Мы на зоне, мы на краю, понимаешь? Мы не дошли еще. Что-то едет. Это может гул ветра опять? Нет. Да. Ну иди нафиг. Блядь. Я упал. Двое, аккуратно. Я не могу лечь. Граната слева, сзади. Лечь не убить. Она не убить. Тихо, надо его добить уже. Нет, он убил меня. Меня убили тоже. А, ну конечно, ты умер. Но... Все очень хорошо. Чего? Чувак. Very bad. А все нормально вообще с этой картой? Что происходит? Это не подкручивают просто. Подкрутите, пожалуйста. А вообще, где лут? Почему?
тебя там тоже ничего не заспавнилось? У меня вообще... А, нет, вот. Все, кроме оружия. Рюкзак второго левела, понимаешь? Отлично, это я. Нашел оружие. Человек. Человек. На 175. На 175 человек. Я в желтый дом зашел. В желтый дом, который зашел, да? Они двое. Они меня увидели. Не надо заходить, там двое. Меня вырубили. Подбегай внутрь. Блядь. Не спрашивай. Нормально. Я типа внутри. Я... Аккуратно. Подожди, я подберу. Самое важное. У меня адреналин, подожди, я просто... Я понимаю, да. Ну, почти машина, поэтому мы не до конца спасены. Да. Ты тоже, да, с отвращением некоторым находишься мотоциклы? Это передвижение, так что поехали лучше, хоть на чем-то. Я не хочу. В прошлый раз, когда я перевернулся сразу, мне... Поставь метку. Только аккуратно, не забудь, что там надо... Перед нами баги! Они вы это... Не, давай-ка это... Ты прям, знаешь, как ездишь, просто чтобы нас убили. Ладно, так он не попадет. Ну, не по тебе, то... Тебе попали? Не, в асфальт. Такой звук был глухой, как будто в шлем. Я думал, в тебя попали. Я тоже, потому что мне попали. Я правильно еду или нет? Опять эта сосновка, никаких хороших историй с этой сосновкой у нас не было. Это... Водитель. Все в порядке. Заметь, я на мотоцикле очень хорошо проехал. Мы ни разу не врезались и нас не убили. Проехал, чтоб нас не убили. Пару метров, и я там объехал метров 20-30. Ёпарасы. Вот о чем я и говорю. Это нормально сейчас было, нет? Это... В смысле, ты хочешь сказать, что это из-за меня? Ну ты ж за рулем, пока все проблемы из-за водителя. А, такое, то есть ты имеешь в виду? Да. Аккуратно, так, водитель. Аккуратненько, пожалуйста. Вот тут. А тут неаккуратный. А, нет, тоже нормально. Аккуратно. Скатывайся вниз. Че ты ссышь? Я не хочу скатываться. Ну скатывайся. Дай руль. О, аккуратно. Все нормально. Вот дорога даже есть. Ладно. Да не, ты думаешь, что я что-то лучше получу? Ну, вправо, влево, вправо. Видимо, ну вправо. Очевидно. Этого я не видел, честно. Оно было слишком низко. Оно было за машиной, но я смотрел в небо. Я выложу запись, увидишь. Хорошо, я посмотрю обязательно. Видишь, что я не скатился? Чувак плывет, смотри. Стреляем. Убили. Бери. А мы его не залутаем. Когда сосновка, всегда все вон плохо. Вон лодка справее есть. Она... А. А, нет, она дальше. Я про нее и говорил. Нет. Там есть левая, а есть правая. Там лодка. Справа есть еще лодка, там очень близко. Ё-моё, я, наверное, тебе только что о ней сказал. Отвечай. Я вижу еще просто еще одну лодку, которая... Парнями, по-моему, около аэродропа, который на воде упал. Машина, блядь, с баги едет. Ебануться. В нашу сторону бегут. Да, я вижу. Я за колонну моста стану. Я не вижу его. Блять, по мне стрельба. Бляха, муха, кто меня убил? Сзади двое спустились за кругом. Он мне сразу в голову убил. Скорее всего. Я вообще не ожидал, что сзади прибегут, типа, из-за зоны. Тоже. Баги слева. Хилимся, живем. Я в дом пока. Я хочу хоть оружие найти себе, понимаешь? Я не могу вообще. Ты тут? Да. Сходи за баги. Сука. Ты на меня хотел это скинуть? Я же тебе сказал, сходи за баги, я пока найду. О, УАЗик моего деда. Разбитый. Одного вырубил. Белого. Он из этого спрыгнул, я обосрался.
Смотрю, там кто-то летит сверху. Я такой, что? Сколько ставим? Сейчас слышал. Да, меня убивают сзади. Слева, вот отсюда откуда-то, я не понял. Это с крыши. Нет. Как нет-то, если да? Вот тут стреляют. Где? С крыши стреляют, я вижу. А, вон он, да, вон он стоит. А беги вокруг дома. Подожди. Через я окно можно стрелять. Блять. Сука. Прям в голову. Ну какой урод. Это не по мне. А, серьезно? Блять. Вот он пидор. Он то есть... Понял. На горе? Он, да, вон он на горе. Да вот он. Что? Серьезно? Ты в него много не что попал выстрел? Раз. Ой-ой-ой, что творится? А интересно, тут... тут просто нету никаких... типа, просто пустой дом или чё? А, во, мебель появилась. Ой, лестница заспавнилась. Зашибись. Мебель. Я тебе, ты потом на видео увидишь. Это очень тупо выглядело. Реалистично. Значит, чувак. Да. Тут чуваки в дом заходят в этот. Насколько он? Вот был? Тут он был. Вот за этим домом он меня уже начал встречать потихоньку. Я слышал. Да нет, я выстрелил. Я это тоже слышал. А вон он сзади. Блять. Вот я везучий. Вообще да, он по тебе не попал, по-моему. Попал, не гони. Ну, тогда попал. Я по нему попал. Что это за там аллегория? Там груз, кстати, слева летит. Блять. Я испугался, я не слышал, ты эту гранату кинул. Он, видимо, сбежал. Я гранату туда кинул. Он не умер? Это что за херня лежит? Это камень. А где он-то? Бля. Мне страшно. Так, нам надо куда-то двигаться. Нам бы в Лос Леонос в ту сторону. Бля. Блядь. Иди сюда. Чё? Подойди, блядь, быстрей. Блядь, я испугался. Охуеть. Бляха-муха, знаешь, как я обосрался? Я просто выхожу, а тут стоит, типа, здорово. По-моему, он там лежит такой, чекает меня. Ой-ой-ой. А, сзади, на 335. А я, нет. Да, что? да, я видел. На 320, откуда-то, оттуда. С горы. В смысле, ты... Это ж не тот стрелял. В меня только что сзади пульнули. Чё ты мне это? Не гони меня. Не веришь? Почему я выстрела не слышал? В меня попали. Посмотри на мои хп, пожалуйста. Враг слева, враг справа. Вон он бежит. Видел. Убегает на север, на С. Вон он. Подожди, я не чекну. Убегает. Нет. Вот, налево выбегает слева от нас, на дорогу. На дороге, вот в твою сторону, если от меня смотреть, там на дороге парень. Я не вижу. Он к тебе забегает, дом слева. Аккуратно, он там будет. Убил. Бля, по мне пуля. Вроде бы. Да, вот, лутай, там можешь подобрать. Ты смотри пока. Да нет семерок случайно. Семерок нет. Есть, бро. Скинь. Выкинул в небо вроде или на землю. На землю, я подобрал. Еще один. Слышал, то. М416 лучше. Да. Убил? Да. Еще 4х. Причем напарник, который всех стрелял. А, вон он, слышишь, на горе. Сверху, да, вижу. Там. Не. Попал надо. В него. Это бесполезно, слышишь? Я попал в него. Я счастлив.
Не надо стреляться, это попал бесполезно. Попал еще раз. Серьезно, там двое. Просто бежать. Да. Ты сейчас сдохнешь, беги. Сейчас я энергию. Сука, косая. За нами зона. Близко горы буду. Я вот за этот камень сейчас зайду. Очень сильно пулили. Блять, да, они сзади. Но они за зоной. Блять. Аккуратно очень. Забеги сюда. Блять, ты бежишь тут? Он не видит. Печку за, я готов. Я его не вижу. Пойду лицом чекать. Там. Убил. Мы за зоной. Аккуратно, еще кто-то есть. Или что это было? Я не знаю. Блять, к нам гранату кинули. Это сверху. Вон он. Меня убили. Блять. Тебя убили? Ну, очень. Да, я сразу. Я одного только убил там. Он справа это едет. Едет за нами. Мотоцикл. Ебать! Что тут происходит? Что творится? Я его хотел с этого. Три патрона. С мотоцикла скинуть. Три патрона осталось. Что делать? Патронами-то. Я тебе сейчас на ходу эти не скину, да ты понимаешь. А у тебя есть? Я тебе скину. Ну там не все, но могу скинуть. Бля, я могу с дробаша его ёбнуть, сейчас попробую. Сука. Едь просто, вот просто топи, пожалуйста. Мы пока еще с тобой, у нас не попали с тобой, все нормально. Да ёб вашу мать. Ебать, а это ты стреляешь, я думал, мы уже проехали. Я уже с дробана начинаю. Просто напугать, да? Ну, он свернул. Да, за нами едут. Слушай, до сих пор, ёб. Готов все Ctrl-1 нажать? Готов? Да. Нажим. Он в кувет. Что происходит? Это какие-то гонки. Какого черта? Я еще перелез на эту. Едем на взлетку. Ну это эпично было. Это просто, это вообще, если он сейчас еще дальше поедет. Мы на этом острове впервые за последний, ну, мы сюда ни разу еще не прорывались, прям вот так вместе. О, третий шлем. Я считаю, что это... Я считаю, если ты мне дашь сейчас патроны, будет зашибись. Они лутаны были, должно быть. Да. Там парень сидел в доме. Он открыл дверь из этого. Блять, как это вовремя, а? Тихо, он ничего не заметил. Он типа вышел, открыл дверь, хотел нас уже стрелять, но мы такие: нет, спасибо, не надо. 55 они! Серьезно? Ну, бля, давай, устроим им сейчас тут Сирию. Поехали. А мы их не догоним, у них быстрее же транспорт. Мне пофиг, у меня форсаж. А, хорошо. Давай, они давай, как давай. Бы заедут, а мы не заедут. Сосите, мы едем дальше! Парень слева сейчас где-то. Я их напугал. Ну ты и двигатель, конечно. Прогресса. Тут текстуры половину нету, подожди, почему она пол... Это типа отсек внутренний. Вот тот парень-то где он может быть? Я не знаю, где тот парень, но там машина новая приехала, смотри. Да, я видел. Они въезжают внутрь. Ёб твою мать, они въехали. Они нормальные вообще? Для себя. Да. Далеко ехать? Все. Нихера себе. Ну, надо будет сворачивать, типа. Вот сейчас пожелательно свернуть. Ты реально форсаж влюбился, я смотрю. Заткнись! А вот это плохая примета. И а это тоже ужасно. Не люблю я приметы. Ты, сука, верующий, что ли, в приметы? Не верь никогда в приметы. Вот эта машина.
Дебильное место, просто дебильнейшее место в жизни. Что-то стреляет. А, нет, это я себе шприц в руку воткнул. А, блядь, говорю, стреляет. Да, реально, что-то стреляет. Чувак бежит, вижу. Я. Yeah. На 65. Если это, конечно, была не тень. Да, это он. Он в дом зашел, вот на 40 от меня. Так, 65 на 40. Я боюсь. Я сейчас... Я понял, что ты боишься. Он на втором этаже, аккуратно. Лучше не деден. Блять. Я об этом же. Он слева. Я ждал надо. Его справа. Просто, понимаешь? Понимаешь, нам отсюда надо валить. Да. Потому что зона сейчас пойдет, а мы очень пойдем. Далеко. Бля, опять да, я вон он, я его вижу. Мне тоже попали. Где он? Он на за забором был, на 340. Он ушел за синее здание еще правее. В доме рядом со мной. Он рядом со мной. Он вот в этом доме. Тут еще один есть около меня. Кого? Вон он вышел из дома. Там двое, по-моему. В доме. Тут чел есть. Maybe я его и убил, он с твоей стороны прибежал. Да. Там еще двое тогда. Слышь, в этом можем сделать здании. Очень умный мув. Хочешь, сделаем очень умный мув? Пошли на баги. Бьемся? Он нас не отпустит. Я уже ухожу, блин. Как он отпустил? Пошли! Как он отпустил-то? Я же файтис, ну, бля. Это жесть, пока мы играли с Саней. А это... Бля... Слушай, я круг даю, и мы уезжаем отсюда. Я, походу, не уеду, судя по интенсивности выстрелов. Понятно. Я вижу, откуда ты мертв. Да, я не вижу. Это на сотке. А я не знаю, как тебе сейчас тут помочь. А, я вижу. Сейчас я за баги не залез. Фак, я не... А где он? Вон, левее чуть-чуть был. Ой-ой-ой, что-то... Ты хоть раз попадешь сюда? Нет! Что за бред? Друг, что ты делал? Ты... Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. Также нажимай на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить ни один из моих следующих роликов. Также оставляйте комментарии под этим роликом. Самый лучший из них попадет в следующее видео.